Что это за штука? Самые странные находки. Мы регулярно сталкиваемся с вещами, которые не сразу распознаются. Все эти непонятные вещи будоражат воображение и мучают сомнениями, но тут, как всегда, на помощь приходят специалисты из сети, которые легко и быстро все решают. Головоломка. Что это за штука «Самые странные находки»? Зачем на уровне нарисованы знаки доллара? Это специальный уровень, предназначенный для электриков. Знак доллара в американской системе указывает на выключатель, а вырезы позволяют определить, установлен ли выключатель или розетка точно при установке. Что это за странная ложечка? Это специальная ложка, которой удобно доставать продукты из банок, например, варенье. Она называется баночная ложка. Это регенератор для установки крекинга остаточного сырья с нефтеперерабатывающего завода в Нигерии, он помогает получать необходимые компоненты из нефти, бензин, жиры и газоид. Что это за гигантская штука? Это регенератор для установки крекинга остаточного сырья с нефтеперерабатывающего завода в Нигерии, он помогает получать необходимые компоненты из нефти, бензин, жиры и газоид. Нашлось в классе. Это устройство, которое защищает ноутбук от кражи. Вот эта штука под сиденьем в автобусе, периодически мигает синий, и провод ведет к водителю. Это скорее всего междугородний автобус H3-45 или H3-40, и устройство представляет собой плохо работающий ночник. Обычно ее включают при движении в темное время, чтобы пассажирам было удобно добираться до туалета. Непонятная грязь на полу. Только убрали, а на следующий день она опять появилась. Это обычные какашки термитов. Похоже, они что-то интенсивно жрут у вас в доме. На работе получил вот эту 40-килограммовую штуку, а что оно такое, понять не могу. Это специальное устройство для проверки пожарных рукавов. На эту деталь крепятся насадки разного диаметра, а затем они крепятся к гильзам. Другие фотографии, которые мы не успели показать. Ну что ж, вот и все, но мы с вами не прощаемся далее в программе. Опасны ли соляные патроны? Еще 5 минут. Пожарным не удалось разбудить пострадавшего от пожара. Активист потребовал закрыть выставку со спаривающимися чучелами животных. Детский омбудсмен объяснил опасность аниме и Нирвана. Смешные комментарии и картинки из соцсетей. Прикольные и смешные картинки. Не прощаемся, еще очень много интересного.